буду пользоваться. 200 кай. Ты там за Wi-Fi платишь, я тебе да. Хорошо, я не буду пользоваться интернетом, все. Что? Не буду пользоваться твоим интернетом. Не пользуйся. Все. Что это за гора вещей? Что они тут валяются на пороге? Ну, пускай валяются. Не надо. Я уберу. Убери. Не мешай. Убери, пожалуйста, сейчас. Сейчас уберу. Сейчас убери. Да, блин, сейчас будет трещать. Хренота это. А что оно у тебя трещит-то? Да потому что провод такой. Дал мне Антон ленивчик. А что ты не купишь себе провод нормальный, 1000 рублей? Ну давай 1000. Ну так ты же, тебе перевели 1000. Мне на кисти там, на это нужно. И что, ты купил что-нибудь? Купил. Где ты купил? Так вон я рисую. Ну что ты рисуешь сегодня, что ты нарисовал? Ручкой и краской. Саша, ты акриловую краску где купил, где... Рисуешь, где... Констовары, какая разница? Нет, ты оставил все планшеты там, весь материал. Какие планшеты? Ну, материал, который, на чем ты должен рисовать. Дома оставил. Вот, иди там рисуй. Там просто неудобно. Саша, тогда нечего, значит, тратить мой интернет. Я не буду тратить твой интернет вообще. А зачем ты платишь там за интернет тогда, если ты там не хочешь? Пойду сейчас туда, все. Иди, иди, шагай, убирайся, иди там рисуй. Сейчас, все. Все. Ставлю как типа позерство. Типа я художник. Хотя мало кто поймет, что я художник, посмотрев на это. Мама наругала меня. Блин. Тыщи. Очень ужасно.
уничтожен как художник. Марш, собирайся, посуду не вымыта, ничего не сделано, целый день чем ты занимался? Фитнес строю, гитару, колки задел. Черт, это плохо. Иду я мыть посуду. Иду я мыть посуду. Нет, за это наругают меня за штатив. Как жестко она кричит, черт возьми, опять все заново. Итак, всегда. Так, куда бы поставить? Поставлю сюда. Блин. Поставлю сюда. Нет. Капец, хоть бы она успокоилась. Ставлю сюда и буду мыть посуду я. Шрамы заживут, надеюсь. Марш. Давай. Что, можно ли йогурт? А? Йогурт. Какой йогурт, Саша? Посуду вымыть сначала, давай, йогурт. Давай ешь. Что ешь? Мне давай йогурт, я съем, или ты. Ты сказал, так
такой не ешь. Ну да, что-то он черника хуже, чем, чем клубника. Мне показалось, что он просто необычайно вкусный, не знаю почему. Просто тут посуда жирная. Жирная посуда. Ее замочить. Я у тебя решу. Есть специальные, я для чего покупаю? Так я буду этим поврежду эмали. Повреждение эмали будет. Че, вот этим вот не повредишь эмаль. Так этим фиг отмоешь. Наоборот, она жир отмывает. Ну не жир, а эти. На раз, два. Прижарки. Прижарки? Бери, значит, три этой там еще что. Где щетка? Я тупой, где щетка? Ты зачем чистишь карандаши этим ножом, а? Какого сука такая? Ты что, совсем что ли? Какого хрена? Почему ты не можешь на нож после того, как ты чистишь карандаши? Вот почему мне не стать алкашом или наркоманом, чтобы не рисовать больше, не слышать, как на меня орут. Иди давай, езжай отсюда. Сейчас. Вычем тебе везде. Достал. Испортил сыр, тем, что карандаш ножом почистил. Ничего никогда не убираешь. Меня это бесит. Убираю. Ты никогда ничего, ни посуду не помоешь, ни постель никогда не уберешь. Почему? Убираю. Ни вещи никогда не берет. Ни... Где что поделал, все побросал и пошел. Да нет. Что нет? Все убираю. А карандаш там съедобный, кстати. Угу. Чего ж ты его не ешь-то? Я не пробовал, но я могу попробовать, если хочешь. Угу. Я не знаю, какой. Я, кстати, интересно. Наверное, угу. Горький на вкус карандаш. Ага. Стержень. Ой. Угу. Не карандаш, ну, голубой карандаш. Ну, красивый. Цвет дает. Нарисовал пейзаж красивый. С кораблем, с капитаном. Достал! Всю жизнь говорю. Пока меня нету, бери, стирай, мой, убирай отсюда и уходи пока. Чтобы к моему приходу твоего духа здесь не было. Ну хорошо. Или сейчас. Вообще выгони, будешь жить там в той квартире. Сейчас уйду. Мне там одиноко. Знаешь что? Иди работай, и не будет одиноко. Будешь среди людей. Среди людей коронавирус подхожу, и я пойду. Почему-то мать твоя не боится коронавируса. Идет и работает. Я пойду в этот, шаурмечную. В задницу, в жопу носом ты пойдешь. Ты это обещаешь мне уже полгода, если не год. Почему? Нет. Я ту шаурмечную мне не взяли, а в эту возьму. Что-то берут и никак взять не могут. Просто видишь, погода какая. Я должен сейчас. Ой, Саша, 100 причин. Погода, коронавирус, хрень еще какая-нибудь. Коронавирус. Ну только чтобы не работать. Только чтобы не работать. Только чтобы сидеть на шее. Так я работаю, я пишу картины. Саша, ты за эти картины хоть что-нибудь получил? Я получу. Да. Это копей, это вообще ни о чем. Я на самом деле не получил за них, а потратилась как-то за них. Вот именно. Ты только тратишься на них. Да, только тратишься. А то, чтобы получать, это надо, значит, их от них отказываться. Это надо, значит, если ты продавать их и забывать о том, что ты это твое. Это уже не твое. Почему авторское право, может, есть? Ты же говорила. Это вещь уже не твоя. Вот мы попробуем сейчас продавать.
И ты должен забыть о ней. Так, все. Так я вообще обо всем, конечно, забываю. Все, все, забыть обо всем. И не вспоминать. Это просто замечательно. Потом, что это твоя была когда-то картина. А ту привычку заимел. Это мое детище, я не могу его отдать. Это мое. Это не твое. Все. Так оно меня... потому что пока оно будет твое, ты от него ни хрена ничего не получишь. Как я от тебя ничего не могу получить. Ноль, ноль, только в минус у тебя осталось. Я тебе стал деньги давать. Какие деньги? На что? Я понимаю, если донатов. Ты мне дал денег, чтобы выкупить эту квартиру, чтобы я ипотеку не платила за нее. Ну, блин, у меня нету столько денег. Вот заработай. Все деньги я тебе дал с донатом. Ага. Это не деньги, это слезы. Почему там много? Я тебе много отдал. Да. Сколько мог. А сколько я тебе дала? Ты когда-то мне собираешься? Собираюсь. Я стану великим художником. Когда? Когда я умру? Нет. При жизни я стану. Я что-то не чувствую ничего. Я стану и великим работай, художником. Иди, паши, паши. Иду. Я сейчас пойду в этот. Вот уходи отсюда. Сейчас я уйду. Без нервы мне мотать. Сейчас уйду. Уходи. Что ты не ешь, что тут йогурт? Давай его. Иди нахер отсюда. Сейчас уйду, по-моему, посмотрим. Я тебе 100 раз повторяла, Саша, не сиди здесь, когда я не буду. Или ты уйду здесь находишься, или ты больше здесь вообще никогда не уйду появишься. Сейчас, все. И будешь жить там у тебя. Все, уйду. Как сейчас. Раньше. Все, сейчас. Все. Сейчас уйду. Ухожу я. Моего духа здесь. Ухожу, моего духа не будет. Чтобы нервы мне хотя бы не мотал, после того, как я прихожу после работы уставшей. Не будет меня здесь вообще. Ничего не сделано. Ничего. Ничего. Сейчас я ухожу. Это будет бомбить на тебя. Посмотришь, что ты ничего не делаешь. Что тебе деньги, материалы, на то, на все. А ты сидишь, херней занимаешься. Спишь? Да, херней. Еще... Извините меня, сидит всякой фигней, страдает вместо того, чтобы фигней, заниматься и делать то, что вот тебе нужно делать. Ключи. Если ты не хочешь... Как раз, когда я делаю то, что нужно делать, где ты меня делаешь, орут. Что нужно? Где ты что нужно делаешь? Где? Картины я пишу. Ты картины не писал сегодня. Ты вон. Пальца пальцы не ударил сегодня. Вон я нарисовал. А, это было месяц назад, когда ты... Нет, это новое. Из-за того, чтобы заниматься делом, это новое. А когда начинаю говорить тебе, что надо помочь бабушке, надо действительно заняться делом, ты начинаешь плакать. Бабушка, блин. Ну я честно все выкупаю. Я не трачу на пиво, ни на какую хрень не трачу. Саша, отговорки. Проку от того, он тебе деньги присылает, ты ничего не делаешь. Почему? Ты ничего ему не отправляешь. Ты хоть бы одну акрилом нарисовал хорошую полотно красивое и отправил, и отчитал себе перед ним, что я вот, ты мне дал деньги, вот я тебе, пожалуйста, сделаю дело. Чтобы большое полотно, нужно сначала маленьким натренироваться. Эскизы надо сделать, тебе учиться надо. Зачем ты делать эти женские штаны? Какого хера ты на них напёрся? Да просто это самозащита, я спасаюсь, потому что ты мужик. Какой мужик нахер? Вот одевай свои штаны и уходи. Так, это, ну, сейчас я уйду. Уходи, все. Быстро. Все, ухожу.
Шумахер. Ну, выйди, а то сейчас я сниму штаны, а там нет ничего. Иди в ванну и снимай штаны свои. Нет, я здесь сниму. Херню, смотри, достал уже, достал. Капец. Хотел поиграть на гитаре. Ага. Проспал целый день. Выключи ее сейчас же. Сейчас выключится. Ну что ж ты творишь? Я сейчас не то, что буду творить. Я сейчас начну, возьму дрын и начну тебя лупить, если ты не правильно, начнешь правильно. Угу. Так нужно, как в армии. Так вот ты именно в что... В армии 20 не раз... Не хватает тебе армии. Вот тебе очень не хватает армии. Тебе, да, и отец вот, мне говорит тоже... Ну, тебя там вывоштровали и... бы, сделали из тебя человека. Все говорят, кто... Эти... Все говорят, это, ну... На заводе, кто работал там, тоже говорил мне такое. Да. Тебя никакой самодисциплины. Ты вообще распустил. Вообще. Меня, как не знаю кто. На гауптвахту меня надо с Пахомом. Точнее, с этим, с братишкой. Да ладно, мы вдвоем тут, а чё ты злишься? Сейчас я уйду. Умат. Мы вдвоем здесь. Злиться будешь себе дороже. Мы вдвоем тут. Конечно, ты с меня все нервы выдал. Да, да. Мало ли мне на работе нагрузка. Еще сюда прихожу. Еще здесь должна воевать. Воевать? Да, с немцами. Воевать. С немцами воевали. Самовоспитание. С немцами воюю. Я просто жду, когда немцы нападут, тогда я буду воевать. Последние нервы на тебя тратить. Мужику 30 лет. Заняться своим, как говорится, продвижением. Продвижением. Должен заняться. Херней страдаю. Немцы должны напасть, тогда я стану Гитлером и возглавлю там. Вот, ну короче, я там стану великим художником. Ничего не понимает. Мне надо принять я таблетки. Приму, вот смотрите, сколько осталось. Да я так бомжую. Я в Москве бомжевал. Ходи, будешь говорить, дай копеечку, дай копеечку. Да, именно это меня и ждет, блин. Вот именно, если ты наконец не начнешь заниматься собой, своим, как говорится, ты должен себя бичевать, самобичевать. Заставлять. И хочешь, а ты заставляй себя говорить. Нет. Ты будешь это делать. Да. Ты должен это сделать. Правильно. А он сидит и играет, тренькает на этой гитаре. Тренькает. Правильно говоришь. Нужно себя заставлять. Так а что ж ты не заставляешь себя работать? Не идти зарабатывать деньги. Я заставляю, сейчас смотрю. Не вижу я, чтобы ты заставлял себя. Не вижу, вот в упор не вижу. Я сижу в одну точку, смотрю. Херней. Занимаюсь херней вообще. Только одной. Ух. Вместо того, чтобы заниматься делом. Запить нейролептик водой. Позорище. Зачем ты мне сюда поставила этот кефир, если мне нужно воду запить? Водой запить. Чистая.
уходить. Срочно. Уезжай, давай. Собирай документы, звони. Что нужно, какие документы собирать? Хорошо. Да. Надоело. Я согласен, сейчас. Никакого проку, никакого. Никакого проку, да. Никакого. Сейчас ухожу, все. Все занимаются, занятия. Уцепился на меня, сел как раз и едет. Сел как раз. Я тащу его, как дура. Паразит. Черт возьми. Пошел нахер, все, больше не приходи. Живи там, в квартире. Как хочешь, так и живи. Чем хочешь, тем и живи. Да, сейчас ухожу. И чтобы сделал картину, пока картину не напишешь, чтобы духу твоего здесь не было. Да я понял, просто... Пока не отчитаешься перед ним. Так я и хочу, я и пишу картину. Где ты ее пишешь, в каком месте? Сидя на гитаре играя, брынкая. Так я чередую это. Ага, это я хор... вижу, наоборот, хорошо. Чередуй тут. Чередуй. Поспит, поест, побрынкает. Поспит, поест, побрынкает. Нет. Ага, чередовальщик. Я буду рок-звездой. Панк-рок звездой. В заднице ты будешь, в заднице ты будешь. Понятно? Да. Да. Тебе взялся этот человек за тебя, так ты делай то, что он говорит, тебе заставляет делать. Себя заставляй делать что-то. Понятно. Непонятно. Непонятно. Что непонятно? Сказал, да так. Что я и так делаю, я перестал сидеть за компом вообще, я не хожу домой, а там интернет, а там комп, игры, а я не играю в них. Ты сядь, утром встал, сказал, так, за сегодняшний день я должен нарисовать столько-то эскизов. Эскизы нарисовал, я за сегодняшний день должен нарисовать картину. Да вон сколько нарисовано, блин. Я так рисую. Рисуй картину, раз у тебя есть эскизы. Ну да дай мне спокойно нарисовать, сейчас я ухожу, все. Вот иди там спокойно. Ухожу. Там я ни хрена не смогу нарисовать. Мне нужно купить кисть, а магазин там хрен работает. Это ты купил, а кисти ты не купил. Почему ты все купил, а кисти не купил? Потому что не хватило денег. Напиши ему. У меня все, сейчас куплю. Он перевел тебе деньги? Ну да. Так иди покупай, что сейчас? Ты целый день сегодня просто делал? Магазин, скорее всего, закрыт. Так почему ты целый день ничего не делал? Почему ты не побежал, не купил кисти? Сейчас, так, я иди. Просто... Сейчас, так целый день ты что, не мог сделать? Я домосед! Потому что на улице там делать нечего, там ходишь, как фуфел. Будьте же людьми. Человеком. Будьте же вы людьми. Ага, людьми. Все же мы люди, будьте же вы людьми. Вот сегодня почему ты целый день опять ничего не делал? За все же мы люди, будьте людьми. Кисти, да кому скажи, тебя насмех поднимут. Да ладно тебе злиться. Кто моет кастрюлю так? Кто? М? Это что? Это что? Я не смог вилкой очистить. Не вилкой. Вот, берешь тряпкой с порошком. Ну давай вилкой очищу. Какой вилки нахер? Ничего я не умею. Вот пошел я нахер отсюда. Ничего я не умею. Говно я. Пойду подальше. Ничего не умею. Так.
Это маска, я уже ее сколько ношу. У тебя не одна она маска. У тебя другие маски есть. Все. Так, ничего не забыл. Вроде забыл, но надо быстрее идти. Все, пошел я нахуй отсюда, говно я. Ничего не умею. Пошел нахуй отсюда, говно я. Иди сделай дело хотя бы одно. Купи кисти и нарисуй. Ничего не умею я. Иди кисти, купи и нарисуй. То, что тебе надо было нарисовать уже давным-давно. А, да, надо карточку взять. Пошел нахуй отсюда, говно, ничего не умеешь. Чисти, чисти, вилкой чисти. Чисти, чисти, вилкой чисти. Чисти, чисти, вилкой чисти. Сейчас получишь. Так, где карточка? Вилкой чистить не умеешь, говно. Пойду говно чистить вилкой, зарабатывать деньги. В магазин нужно эту маску обязательно. Вот и одевай маску. Так она устаревшая. Там две маски, у тебя 10 масок у тебя. Что тебе надо? Я говно. Ничего я не умею. Пошел, говно. Чистить, чистить. Чистить вилкой даже не умею. Сейчас даже... Одеть обувь не могу. Но зато лекции я умею проводить. Лекции провожу я. Я лекции провожу, я капитан. Я проводил лекции. Все, пошел я. Ты понял, что надо сделать? Купить кисточку и не попадаться на глаза тебе. Нарисовать. Где твой зонтик? Там дождь пошел. Где? Дождь пошел. Зонт не знаю где. Где зонты все, которые тебе дала? Не знаю. Почему без зонта не ходишь? Почему все зонты забрал и отнес и не принес? Нет, я принес. Чего ты принес? Принес зонты. Я не вижу ни одного зонта. Все зонты у тебя, два зонта. Один полосатый, другой черный. Ни одного нету. Одевай капюшон и шуруй. И перенеси, чтобы принес мне зонт. И один, ладно, и второй. Ладно, капюшон не буду. И чтобы нарисовал. Промокну. И отчитался. И это промокнет. Ладно. Пошел нахер, все. Все, я пошел нахер. Я пошел нахер я отсюда, говно. Чистить я же говно не умею. Почему? Ничего не умею. Ты не убрал за кошкой? Не убрал за кошкой. Пошел нахер, все. Пошел нахер. А! Не стукнул. За что стукнуло-то? Я убирал за кошкой. Не умею, ничего не умею. Я говно. Ох. Крепко меня стукнуло, братишка.